сколько у нас продается удобрений всяких и грунтов. И если это дело постепенно перенимать, перехватывать этот рынок на юге России, избалованы черноземами. Знаете, у нас здесь как черноземов. Здесь вот у нас средняя по этой округе метровый слой чернозема. Но тем не менее, все равно в агромагазинах, наверное, у вас эти всякие грунты цветочные и прочее. Навалом и рассадные грунты. И это постепенно заменять на биогумус, как говорится, туда встревать в этот рынок, вполне реально. Может быть, но дистанция первый год-два я по биогумусу сверхзадач не ставлю. Почему? Потому что как бы это... Так, насколько мы эту тему не возьмешь, я собираюсь как технологию отработать и прежде всего рыбный вопрос как бы на поток поставить, а потом уже можно будет выжимать дальше уже. Ну, пробные варианты можно попробовать. У меня пакеты есть, как говорится, нафасовать какую-то маленькую партию, по магазинам раскидать, посмотреть, как она уже постепенно будет, как идти торговая марка себя светить. Может быть, да. Может быть, раскрученная она и в интернете. Уже многие ребята таким способом делают. Да, кстати, это же с питомником. Удастся какие-то хорошие менеджеры по продажам привлечь, конечно, это неплохо было. Да. Так что я за. Хорошо, тогда, значит...